Анонс, и точно дата выхода 22-й серии турецкого сериала «Легенда». 22-я серия сериала выйдет в эфир 3 мая. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Улуэ Дже невыносимо наблюдать за тем, что Акис и Батуга находятся во дворце Небесного Ханства. Когда Акис пришла в свои покои, то там обнаружила изрезанную одежду, которая прежде принадлежала Дилсымбике. Акис поняла, что это дело рук Улуэ Дже, и она готова ее убить. Батуга видит, что Акис пребывает в гневе, и пытается ее остановить. Акис не подозревает о связи Аладжи и Улуэ Дже. Они в этот момент мило беседуют и считают, что как у сестер, у них очень крепкая связь. Улуэ Дже хотелось бы, чтобы и ее сыновья были такими же. Только на своем собственном примере она смогла показать, что интриги и коварство являются самым прекрасным оружием для власти. Тем самым внесла раздор между родными братьями. Тимур намерен отомстить за смерть Туткун, тому, кто виновен в этом. Только он не может понять, кого ему убить, у своего брата или же родную мать. Он схватил Каи и нанес ему глубокую рану. Чулпан и Баламир прилагают все усилия для осуществления своего плана. И они намерены сделать все, чтобы Небесное Ханство понесло ответственность за то преступление, которое было совершено над Горным. Для этого они собираются лишить их ресурсов и пищи. Акис не остается в стороне от происходящих событий и вмешивается. С помощью Салтука ей удается остановить этот бунт. Она не позволит оставить их народ и армию голодными. Иначе ее зовут не Акис. Она предлагает объединить свои силы и пойти войной на Китай. Если кто-то не согласен с этим, то может попрощаться со своей жизнью. Напомним, 22-я серия сериала выйдет в эфир 3 мая. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.